Всем привет! Добро пожаловать на мой канал и на обзорчик книжечки, которую вы сейчас видите перед собой. Благодарю за заказ. Терпеливую милую девушку, которая долго ее ждет, пока я запишу на нее обзор. И вот я наконец-то собралась. Точнее, собиралась я несколько. Бусинки красиво блестят. Посмотрите, какие они классные. Я купила недавно эти бусинки. Золотые блестящие нитки для того, чтобы они стали больше похожи на цепочки, чем на ниточки. И у меня получился такой красивый эффект цепочек. Я надеюсь, камера это передаст. Ладно. Обложка сделана с помощью ткани. Тканевая обложка с мягким подкладом синтепоновым. Обратите, пожалуйста, внимание, когда вы получите это.
изображена девочка, которая уже сидит в своем уютном кресле с любимым напитком за окном. Зима. Она, видимо, все теплые сезоны путешествовала, а теперь она просто отдыхает и наслаждается. Наверное, читает свои записи. С детства учат читать надписи, читать книги, читать всякие разные моменты, усваивать, то чтение для нас является, скажем так, основным источником получения информации. Видя какие-то буковки, мы их читаем. Важно, чтобы там было все написано, конечно же, как можно приятнее слова, чтобы это все мы видели. Ощущение мира на нашем настроении. Поэтому я добавила в книжку хорошие цитаты. Мы видим кофебумагу. Да, это кофебумага. Меня попросили ее добавить. Она выглядит как старинная бумага. Здесь квиллинговая картиночка. Они мне нравятся, они выглядят объемно. Сама глубина в картинке есть. Здесь кармашек такой вот из кальки. Кармашки находятся острова. Я подобрала красивые фоны. Можете увидеть. Сама без подсказок создать. Такой
жить. И здесь мечты. А тут такие странички, куда можно записать свои мечты. Возможно, места, которые, где хочется побывать, чтобы запомнить. И уже иметь какой-то список. Вкусняшки летние, и здесь сердечки, бисер, и алмазики попадаются, разные блестящие точечки. Так, в центре находится цветок, 3D-элементы, я обожаю их размещать в центре. Места.
пачки. Сюжет.
синее кружево. Снова калька розовая. Я добавила розового. Ощущение волшебства. Здесь такая девушка на качельке. И тут розовые. Акварельные бумаги, розовые странички акварельной бумаги.
карточка со звездочками голографическими. Такая она классная. Внутри находятся самолетики. Сюжеты с взлетающими и садящимися самолетами. Обратите внимание, как тут бульонки и бисер взаимодействуют. Это очень красиво. Голографическая страничка для записи. И давайте с вами смотреть третий блок, который на самом деле первый. Итак, на самом деле это первый блок. Я их просто из-за того, что я снимала несколько раз это видео, я их перепутала. Почему он первый? Потому что здесь, когда мы открываем страничку, мы видим этот самолетик на гофрированном картоне. Очень приятен к пальчикам, и его приятно туда-сюда вот так вот баловаться. И тут надписи, папочка вылетает, разные надписи тут в начале. Почему он начальный? Потому что, ну, мы как бы с вами летим в путешествие, тут такие мысли из самолетика. Да. Давайте смотреть этот блок дальше. И разместила две такие страницы, вот эти переходные страницы перехода. Такой в один, он сюда прям очень сильно подошел. И вот мне показалось, что к этому кармашку прозрачному он тоже будет красиво смотреться, этот переходик. Здесь такой карман, в котором бегают бульоночки.
Здесь такой кармашек, кармашек
какие-то